и вновь о мерах поддержки жителей страны и бизнеса в условиях пандемии. Зарплатные кредиты пострадавшим предприятиям по 2% с возможностью погашения всей суммы кредита за счет государства. Президент ввел новую меру поддержки бизнеса – льготный кредит по 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий, пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. Если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Все это делается для того, чтобы стимулировать бизнес, сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников. За два квартала этого года будут отменены основные налоговые выплаты и страховые взносы. Самозанятым гражданам вернут обратно выплаченные ими в 2019 году налоги. Кроме того, они получат налоговый капитал в размере 1 МРОТ.